Первые итоги расследования трагедии с башенным краном в Омске, которая накануне унесла жизнь 4 человек. Предварительная версия такова. Обрушение произошло из-за халатности сотрудников строительной фирмы. Они не закрепили конструкцию на рельсах, то есть она просто укатилась. Уже задержаны менеджеры компании, учредитель, гендиректор и начальник участка. Пока они проходят подозреваемыми по делу о нарушении техники безопасности, повлекшем смерть 2 и более лиц. Наказание по ней до 7 лет тюрьмы. В офисах уже провели обыски и изъяли документы. И еще. Сегодня в сети появились новые кадры. Падение крана попало в объективы видеорегистратора. Напомню, металлическая конструкция накануне рухнула на оживленную дорогу. Под обломками оказались 2 машины. Выжил 5-летний ребенок из 1 автомобиля и крановщик. Они госпитализированы. В Ростехнадзоре заявили, что на всех стройплощадках региона в ближайшее время начнутся масштабные проверки.